Привет, ребятки. Помните, 7 лет назад нам начали продавать в этом моле новые футболки? А именно Пагрио, Сайхи, Евы и Мафор. Все, разумеется, ломанулись покупать эти футболки и точить. И спустя какое-то время люди начали замечать, что футболка Мафор, ну, практически не дает прибавки к шансу заточки. В тот момент и у меня сложилось устойчивое мнение, что она попросту не работает. Еще тогда мы делали довольно лайтовые тесты и точили по 100 ботинок ада с футболки и без. Не замечали разницы. Напомню, что средняя стоимость заточки такой футболки выходила примерно 10-15 тысяч рублей. А кто-то сливал бы 50 тысяч и не мог заточить. Ну просто не везло. И вот только сейчас можно сказать, что тайна работы футболки Мафора наконец-то раскрыта. А началось все с того, что в среду 15 числа на Корее вышли патчноуты. И в самом низу есть довольно забавная строчка, которая гласит: исправлена ошибка, из-за которой всплывающая подсказка умения поддержка Мафор на футболке Мафор не управляла некоторыми условиями повышения вероятности. То есть описание данной подсказки все 7 лет было неполным. Парам-парам-пам. Пожалуй, напомню, что текущее описание пассивки футболки Мафора у нас сейчас выглядит вот так. Шанс успешной модификации предметов плюс 15% не применяется к предметам без ранга. И на этом все. Ну и после того, как корейские игроки получили новое описание пассивки футболки Мафора, один из игроков написал целую статью на этот счет и выложил скриншот с новым описанием пассивки. Если его перевести, то оно гласит, что футболка Мафор по-прежнему работает только с предметами, имеющими какой-либо ранг, и увеличивает вероятность успеха зачарования на 15% от базовой вероятности. Чего, кстати, в нашем описании нет, и приходится гадать, от базы ли прибавляет футболка 15% к шансу, или просто 15%, как, например, билет или свиток. Но самое главное, что сказано в новом дополненном описании, что прибавленный шанс не может превышать 3%. И это еще один парам-парам-пам. То есть, по сути, все это время там был кап в 3%. Поэтому прибавки от футболки Мафор при заточке шмоток мы практически не замечали. Приведу пример. Если базовый шанс при заточке условных ботинок Adios'а с плюс 3 на плюс 4 был 60%, то с футболкой Мафор вы должны были получить шанс 69%. А получали 63, поскольку действовало скрытое ограничение в 3%. Приведу еще один пример. Шанс заточки бижутерии дракона на плюс 1 – 50%. С футболкой мы должны были получить шанс 57,5%, а получали 53, опять же из-за скрытого капа в 3% на прибавку. Из этого можно сделать вывод, что футболка Мафора начинает полноценно работать только тогда, когда базовый шанс заточить шмотку не выше 20%. То есть, если у вас на персонаже нету софткапа удачи в 120, нет смысла лететь сломя голову и искать футболку Мафора, если вы собираетесь точить шмотки, у которых базовый шанс заточки очень высокий. А теперь давайте немного пофантазируем. Приходите вы в кондитерский магазинчик и хотите купить чизкейк. Подходите к лавке, видите небольшую упаковку с чизкейком, на ней написано «Чизкейк Нью-Йорк, 100 грамм». Вы покупаете ее, приходите домой, наливаете чай, усаживаетесь поудобней, запускаете свой любимый сериальчик и открываете упаковку. Через пару секунд у вас начинает одна бровь подниматься выше другой, вы в недоумении. Кусочек чизкейка какой-то уж больно маленький. Вы думаете, какого черта? Затем замечаете небольшую записочку, лежащую рядом с этим маленьким кусочком чизкейка, который вы купили. А в ней сказано, что кусочек чизкейка, лежащий в данной упаковке, не может быть больше по весу, чем 30 грамм. И вот вопрос, как бы вы себя чувствовали в данной ситуации? Вот корейский игрок в данной статье обвиняет NCSoft в мошенничестве. Что вы думаете по этому поводу? В общем, какие выводы мы можем из всего этого сделать? Очередной не баг, а фича, про которую нам не говорили лет 7.
И то, что футболка Мафра практически ничего не дает с предметами, у которых высокий базовый шанс за точки. А с предметами, у которых базовый шанс не больше 20, она должна полноценно работать. Но это только в теории. Опять же, никто этого не проверял и не проверит. Остается только ждать, когда к нам приедет патч, где будут отображаться все шансы на заточку. На этом, пожалуй, можно заканчивать. Спасибо, что смотрели. Большая просьба подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Этим вы поддержите меня и поднимете данное видео в алгоритмах YouTube. Также хочу напомнить, что у меня есть Twitch-канал, где я периодически не ленюсь и стримлю. А также есть очень живой Discord. Если у вас есть вопросы по игре, можете задавать их там, я постараюсь вам ответить. Еще в нем проходят розыгрыши кодиков на 7 дней премиума, есть торговый канал, можете писать там свои трейды. А также есть телеграм-канал и группа ВК. Все ссылочки будут в описании под видео. Все, спасибо, что смотрели. Пока. И небольшое объявление. Сейчас на просторах Дискорда и Телеграма под моим ником с фейковых аккаунтов орудует скамерок. Так что будьте бдительны. Я никогда не буду писать вам в Дискорд или Телегу о том, что я продаю что-либо или мой знакомый продает что-либо. Я готов выступить гарантом и провести сделку. Я в принципе никогда не выступаю гарантом ни в каких сделках. Еще раз, будьте внимательны и всегда проверяйте профиль человека, который вам неожиданно написал. Всего доброго.